Витископ. Задача – это выстроить прозрачную систему взаимоотношений. Как бы мы видим такую. Это человек, непосредственно вот человек, гражданин, спортивный клуб, федерация, международная федерация. То есть некоторые базовые элементы, и так, чтобы в этом вопросе была ясность. Потому что на сегодняшний день такого положения вещей нет. Сейчас в этом вопросе огромное количество субъектов спортивной сферы, которые описаны в законе. И это, знаете, как это вот возникает вопрос, а где точки приложения усилий? Если мы говорим о понятной структуре вот такой вот базовых элементов субъектов спортивной сферы, возникают вопросы распределения финансовых ресурсов и принципов делегирования полномочий со стороны государства. Очень важно определить их конкретный, понятный перечень. И чтобы это делегированные были полномочия не те, которые изначально принадлежат федерациям, например, представительство на международной арене, но смежные с ними те, которые находятся в компетенции государства. Если, например, федерация априори обладает правом представлять, значит, опять же, федерацию этой страны на международной арене, то государство может ей попутно делегировать право представлять страну, значит, посредством спорта укреплять ее авторитет, имидж. Витископ. Спортивное видео.